Василий Боля, депутат из окружения беглого олигарха Илона Шора, объявивший о намерении баллотироваться в президенты в качестве независимого кандидата, не сможет принять участие в президентской гонке. Центральная избирательная комиссия отказала в регистрации инициативной группы, которая должна была собирать подписи в поддержку Боли, на том основании, что он не может быть независимым кандидатом, пока является членом партии Возрождения. Также на заседании 29 августа члены Центральной избирательной комиссии аннулировали регистрацию инициативной группы по поддержке кандидатуры бывшего премьер-министра Василия Тарлева на пост президента Республики Молдова. ЦИК отмечает, что Тарлев не уведомил своевременно Агентство государственных услуг о том, что он уже не занимает должность председателя партии «Будущее Молдовы». Ранее Центр избирком отказался регистрировать инициативную группу, которая должна была собирать подписи в поддержку кандидата от Европейской социал-демократической партии Валерию Плешки, занимавшего пост министра обороны в период правления коммунистов. Комиссия мотивировала свое решение тем, что на заседании Национального политического совета ЕСДП, на котором было принято решение о выдвижении Плешки, не было кворума. Партия оспорила решение в Кишиневской апелляционной палате, однако безуспешно. Центральная избирательная комиссия отказала также в регистрации инициативной группы в поддержку независимого кандидата на пост главы государства Людмилы Корсун на том основании, что она не владеет румынским языком. Документы для регистрации инициативных групп в поддержку кандидатов в президенты принимаются до 31 августа.